5 самых известных котов-убийц. Банди Кэт, США, 1982 год. С виду милый, ласковый и пушистый котик быстро прославился, только слава эта носила дурной характер. Кот встретил своих хозяев на помойке, где его и подобрали. Вскоре после этого молодая семья была найдена повешенной. Детективов поразила сама удавка, обычная связка сосисок в довольно прочной обертке. Следователи расценили это как очередную выходку, каждому свое. Но на этом дело не закончилось. Смерть посетила каждый дом, где обитал этот кот, и каждый раз вместо удавки использовали связку сосисок. Китти Безумец, Ливерпуль, 1964 год. Эта кличка как-то сразу приросла к коту. Дело в том, что он был самым настоящим психом. Каждый, желающий его погладить, в полной мере ощущал на себе страшные укусы. Китти буквально сходил с ума, бросался на лицо и начинал драть его изо всех сил. Очень часто кот просто выцарапывал глаза, оставляя людей слепыми. Бедный мальчик лишился мочки уха. В то время, пока ребенок истекал кровью, сумасшедший кот спокойно играл своим трофеем. Блохиш. Сандерленд, 1988 год. По словам местных жителей, кот чесался непрерывно, при этом катался по земле и страшно мяукал. Он был своего рода блошиным инкубатором. Такого огромного количества блох не было еще ни у кого. Котику дали прозвище Блохиш, обитал он исключительно в местах скопления людей. Очень скоро у окружающих появились такие же симптомы. От ужасного зуда люди становились безумными, расчесывали свое тело до полусмерти и даже до смерти. Эта смерть была мучительной, от сильных расчесов люди буквально сгнивали заживо. Милашка Дейзи, Калифорния, 2000 год. Проникнуть в жилые дома этой кошке было нетрудно. Ее помощниками были красота и очарование. Благодаря природному обаянию пройти мимо было просто невозможно. Как только кошка оказывалась в доме, она терпеливо ждала наступления ночи. И тут начинался настоящий ужас. С помощью видеокамеры были получены уникальные кадры забав кошки-убийцы. Все начиналось со своего тщательного вылизывания, после чего она, склоняясь над спящими, сблевывала свою шерсть в их ротовую полость. Проснувшись среди ночи, люди были в полном ступоре и шоке, некоторые просто задыхались. После восьмого убийства полиция собиралась принять меры к остановке этого сумасшествия, но они не прекратились. Поставил точку в этом деле молодой предприимчивый паренек, который наголо обрил эту тварь. Газовый пушок, Свердловск, 1998 год. Этот кот не менее опасный, чем остальные, несмотря на последнюю позицию в списке. Свое прозвище он получил совсем не из-за неприятного запаха, а по иной причине. Все его хозяева умирали от удушья газом. Долгое время Пушка никто не подозревал, все смерти констатировались алкогольным опьянением и забывчивостью людей. Под подозрение он попал только после 300-й смерти. Пушок научился включать газ, отравив таким образом сотни людей. Он был застукан на месте преступления, но сумел выкрутиться, спровоцировав взрыв. На этом все, подписывайтесь на канал, увидимся!